В минувшие выходные наш регион посетил известный офтальмолог-хирург из Турции Кемаль Юксель. Опытный зарубежный специалист провел прием жителей. Врач отметил, что для выявления глазных патологий и их эффективного лечения он использует самые современные и безопасные методы. За короткое время Кемаль Юксель смог помочь сотням пациентов, поставив точные диагнозы и выписав необходимые медикаменты. Кроме того, он пригласил людей с серьезными глазными заболеваниями на хирургическое вмешательство в одну из клиник Алматы, где работы проведут высококвалифицированные специалисты. Главный лозунг, который озвучил врач – не забывать про регулярные обследования, ведь зрение – это бесценный дар, который следует беречь. В Актауму приехали, чтобы провести прием местных жителей. Кроме того, пригласили актаусов со сложными офтальмологическими заболеваниями в алматинскую клинику на операцию, поскольку в Актау нет подходящих условий для некоторых сложных видов хирургического вмешательства. В будущем думаю, что мы откроем один из филиалов клиники у нас в городе. В основном здесь встречаются заболевания глаз, такие как глаукома, проблемы с сетчаткой, дефекты, связанные с повышенным содержанием сахара в крови. Я услышала, что в Актау приехал врач из Турции, сразу же пришла на консультацию. Мне проверили зрение, отношение врача очень понравилось, очень чуткие. Сказали, что критических проблем с глазами нет. После обследования мне прописали капли и сказали, что при желании я могу приехать в клинику в Алматы на лазерную коррекцию зрения. Теперь я 3 месяца буду лечиться медикаментами, которые выдал врач, и думаю, поеду в Алматы за операцией.